сегодняшний день действительно 69 букбордов и 17 сателлайтов на все учтены, являются незаконными и направлены в управление жилищно-коммунального хозяйства на демонтаж. В настоящее время управлением, насколько мне известно, определяется объем финансирования, необходимый для демонтажа этих конструкций, который будет заложен в последующий финансовый год. Что касается индивидуальных предпринимателей, которые самовольно размещают рекламу на данных рекламных конструкциях, в отношении них также управление муниципального контроля проводится проверки, они привлекаются к административной ответственности. Что касается конкретного случая возле стадиона 50-летия октября, также эта информация направлена в управление муниципального контроля, ему будут предприняты соответствующие действия. Сначала направляется предприниматель непосредственно предписание на демонтаж. В случае, если он его не демонтировал, объекты передаются в управление жилищно-коммунального хозяйства для осуществления демонтажа таких конструкций, ну и, соответственно, счета будут выставлены уже этому предпринимателю.